Авиакомпания «Руслайн» открывает регулярное сообщение между Краснодаром и Белгородом. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на канадских реактивных самолетах «Бомбардир» вместимостью до 50 пассажиров. Время вылета из Белгорода 6:30 утра, в обратном направлении в 10:35. Продолжительность полета составляет 1 час 50 минут. Самолеты будут курсировать между городами в рамках летнего расписания. Последний рейс в этом сезоне намечен на 23 октября.